Эй, пипл, всем здорово. Будем сейчас с Саней проходить супер миссии. Саня, стой! Я не в ту дырку залез. Стой, ты чё? Это мой вертолет. Ладно, пофигу. Слушай, а тут это чей? Чей пулемет? Мой пулемет или пулеметы БТРа? Пулеметы БТРа. А, ну тогда ладно. Блин, я только по бокам могу отстреливаться. А я могу пересесть на другую сторону? Нет. Глупости какие. Стой, стой тут. Ой, не та кнопка, честное слово. Я не понял, ты что запретил это? Мне за руль садиться. Быть такого не может. Эй, слышь, ты свой джойстик давай выключи. Давай, погнали. Саша Овин выгнал вас из своего личного транспорта. Я был о тебе лучшего мнения. Слушай, я сейчас заехал к тебе на машинке в твой склад, а там ни хрена нету. Я не пойму, мы тут уже битый час уже катаемся, задание выполняем. А на складу ничего нету. О, не нужны самолеты. Тебе нужен вертолет? Так. Нет. Ты можешь сесть за руль? Я просто хочу колбасы поесть. Давай. Мне колбасу тяжело резать. Может, ты выйдешь из танка? А, кстати. Мне кажется, ты мне руль запретил. Нет, быть такого ему. Сейчас посмотрим. О, да. Давай, садись. Да, деточка. Папа за рулем. Сейчас папа быстро приедет, куда надо. А ты его занижал? Да. То есть ты модный, да? Заниженный БТР. Интересно, я запрыгну? Да. Сокращай по воде, Макс. Что? По воде сокращай, говорю. Да я вот думал, по воде он как будет медленно плыть или долго. Нифига он резкий. Нифига, ты смотри, как он прыгает. Может, нырнем как-нибудь еще? Будет вообще шикардосно. Слушай, там кто-то взрывается. Да я. А, на дверь. Нифига, мы нырнули. Уху! Мне это нравится. Мне тормознуть, да? Может, мы это? Будем убивать? Может, ты будешь стрелять? Меня пушка не достает. Я знаю эту миссию, она конченная. Нам придется вылезать. Да? Брать базу. Бетер не дотягивает, что ли? Не. А у меня не это есть пукалка такая, у нее там два пулемета сзади стоит. Тоже военный, только я не знаю, как он называется. Надо было, наверное, его вызвать и расхреначить эти вертолет. Блин, он как-то теперь медленно плывет. Че, сначала возьмем первый, потом второй, потом третий. О, слушай, они разлетели еще в разные стороны, вообще не прикольно. Право, вертолет. Да погоди, твой трактор застрял. О, все, отстрел. Че, направо поедем, значит? Вертолет справа, алло. Его надо брать. Хьюстон, я вас понял. Тихо.
Вези меня. Большая черепаха. Слушай, а ты можешь стрелять, да? А нет, нифига ты не можешь, нет. Да? Я FPG могу взять, в принципе. О, видишь? Полетели. Он уже дымит, Макс. Ты какой-то мне плохой вертолет это подсунул, слышь. У тебя там что-то с двигателями то дымит, а масло плохое залил. Ща, все будет. Я тут ракеты включил. Вот, минус один. Присаживай. А. Может, ты спрыгнешь? Может, спрыгнешь? Нам зеленую хрень надо забрать. Нет. Я понял. Да пока делай, я сейчас приду. Колбасу отнесу. Отличная идея. Халявщик на мою голову, а? Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ты чё глохнешь? У меня чуть вертолет не заглох, а ты колбасу несёшь. Летим, летим, куда летим? Не знаю. Чё за херня? Сань, у меня ну, вертолет глохнет. Я тебе серьезно говорю, я нога жму, он отлетит, потом пук-пук-пук-пук-пук. Ты его заправлял? Да. Каким-то говном ты его, походу, заправлял. Во-во-во, глохнет, глохнет. А, по нам стреляют. Все, Макс, пока. Я пошел. Ну ты водила, конечно. Я водила, да меня чуть не убили. Воу-воу-воу. Я словно Джеки Чан сейчас это погорит вертолет ухожу. Смотрел «Доспехи бога»? Я там падал немного. Да. Воу-воу-воу. Ё-моё, меня сейчас распёхают. Все, я труп, считай. Я живой труп. Здесь ракетницы, фигади в них. Я тут колбаской погорел. Подожди. Твари, сдохните! Сейчас я их завалю нахер и вертолет отожму себе. Оп, меня убили. Прикольно. Слышь, короче, забирайся ее сам. Чего? Сзади с ее забеги. Мне до него еще добежать надо. Ага, чем? У меня ракетницы кончились. Я с пулеметом их расстреливаю. С нубским, с фиговым пулеметом. У меня нет ничего путевого. У меня патроны на калаше кончились. Ой, я сбил, кажется, водителя. Видал? Ты знал, что вертолету нужно стрелять в задний пропеллер, чтобы он упал? Да мне пофиг, я водил. Или... Ёма, меня вертолет сбил, прикинь, чё? Я невезучий. Все, я убежал, Макс. Давай, пока. Какого хера? Да они заколебали. Так. Вызывай опять вертолет. Нельзя. Другой вертолет.
Где это чепушило? Ой-ой-ой! Задний пропеллер. Нифига я этого пилота убил. Смотри, бабух. И все. Маленький взрыв такой. Че, можно спускаться, да? Блин, хорошо, что... О, я груз 200 нашел. Ух ты, я еще вертолет нашел. Ё-ма, они что-то тут до бесконечности, что ли? Наверное. Минус вертолеты. Кто, папа? Я. Ты ошибаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй, спотыкнулся. Где этот говноед? А ты груз подобрал, что ли, же? Я не понял, тебе все это время была ракетница? Да. Мне как, ну, матом чё? Ругаться или культурно? Культурно, давай. Сударь, вы очень плохой мудак. А вот это ты культурный, Макс. Воу-воу-воу, спотыкнулся! Сейчас сдохну! Я смотрел, это как ты упал. Я попробую с ее забрать твою. У меня хп нету, Макс, меня сейчас убьют. Сейчас я их завалю. Прощай, жизнь. Прощай. Сейчас я их испугаю. Одного испугал. А, меня прикинь. Охренели. По-моему, они тебя не боятся, Макс. Да. Мне тоже так кажется. Короче, нам надо... Это что такое было? Нам нужен этот БТР какой-нибудь хороший. Беги, груз, и поехали отсюда. Какой БТР? А, так ты рядом, ты и хватай. Так я один взял, мне второй нельзя взять. Это из меня выпал? Да. Ты это самое прекращай. Все, валим отсюда, валим. Так, тут где-то машина моя стоит. Только где, я не пойму. Ой, далеко стоит. Давай вертолет закидай коктейлями молотова. Ой, я гаю, Макс. Да, достойная смерть для дебила сейчас будет. Ой-ой-ой, сейчас потыкнусь, упаду. А, нет, ты опять стоял. Упадешь, что ли? Не, я живой, я живой. Я тачку сейчас добуду. Эй-эй-эй! Ты чё её? Блин, хватит! Слезь с меня! Оставь её, я другую нашёл. Кабриолет модней. Лошары. Давай, вставай. Погасло. Короче, я поехал. Догонишь. Встретимся дома. У меня BMW X5 M таранит. Я на каком-то поле. Тут какая-то прикольная красная машинка. А, нет, не прикольная. Ну, сойдет.
Короче, я по скоростенке ухожу. А ты там делай, что хочешь. Ой. О, привет. Догоняй. Я перевернулся. Зато модный. Зато модный. Может, мне крыша опустить? Может, меня не убьют? Не узнают? Я тебе зато тачку добыл. Новую. Не бита, не крашена. Доставлено сырье. Плюс еще с тебя пятак за тачку. Итого где-нибудь 105 тысяч. Слышишь, ты рыжий? Не получишь ничего. Ладно, я тогда забираю вот эту машинку. Мне она нравится. Мне какой-то мужик звонит. Да? Вот, вот так вот лучше. Чё, всё, миссия выполнена, что ли? Ну. Была такая интересненькая миссия. Ну ладно, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс и Саня. Давай всем гонки, пока-пока. Короче. Давай. Давай вот здесь вот старт, короче, будет вот здесь. Походу еще не пока. Стой, а где начало-то? Где я стою? А конец, короче, вот эта желтая линия справа от нас. Давай. Я на три гудка, на три гудка. Давай. Ушлепок. По длинному кругу объезжаем, короче. Понял, она еле едет. Слушай, там тупик же. Нет. По-моему... По-моему, я застрял. По-моему, я тоже. Блин, она не едет. Давай, короче, пешком, кто быстрее добежит. Блин, он в другую сторону у меня ушел. Йо, я не могу выйти. Я заблудился. Я по сокращенке попробую добежать. Финишная прямая. Да нифига ты меня подставил. Ладно, на этом все, народ. Спасибо за просмотр еще раз. И с вами был Макс и... Фак тебе, понял? Fuck you, fuck you.